сорт острого перца Яки синий палевый. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Это довольно острый сорт. Острота такого сорта от 600 до 800 тысяч по шкале Сковеля. Это гибрид между Filius Blue и Pujaloki. Такие вот красавцы. Но с виду они похожи как на пимента Данейджи. У них темно-темно-фиолетовый, практически черный ствол. Такие штучные листья очень темные. Но когда солнышко на них попадает, то они у меня под сеткой находятся. Так что солнца попадает мало. Созревают они вот такого вот почти черного цвета. Потом становятся красноватые. Вот такие вот. Светлые. Очень красивый перчик. Очень нарядный, изящный. Стрички в незрелом состоянии фиолетового цвета. Когда зрелые, созревают до красного, почти коричневого, палевого цвета. Очень красивые такие вот. Такой вот цвет стричков. Вкус сладковатый, такой же, как у хабанера. Высота растения может достигать 1 метра. Срок созревания от 100 до 110 дней. Тоже высокоурожайный сорт. Очень большое количество плодов у него. Так вот они торчат в разные стороны. Когда растут, начинает расти вверх. Потом потихоньку опускается вниз. Очень красивый сорт для домашнего выращивания на подоконнике. Неприхотливый. Любит солнышко, любит поливы. Растения это многолетние. Дома, если будете выращивать в горшке, высота будет где-то в пределах 50-60 сантиметров.